Здравствуйте, дорогие мои друзья! Хоть и стоит на дворе зима, но уже хочется думать о весне. И правда, пройдет 2 или 3 месяца, и зима попятится назад. Наступит воскресение природы, и снова в наших сердцах зазвучат дивные пасхальные песнопения. Кстати сказать, жили на нашей земле и такие подвижники, у которых Пасха в душе была всегда. Все, наверное, знают о преподобном Серафиме Саровском. Но сегодня, друзья, я расскажу вам о другом подвижнике. Носил он имя Афанасий, и в его сердце ярко горел свет воскресшего Христа. Но что удивительно, окружающие его люди этого попросту не замечали, а могли бы. Ведь дело происходило не где-нибудь в захолустной деревне, где жители и молитв-то толком не знали, а в Киево-Печерском монастыре. И не в 20-м столетии, а в самые что ни на есть древние и благочестивые времена, в 12 веке. В ту пору отошли уже ко Господу преподобные Антоний и Феодосий, основатели святой обители. И в душах иноков мало-помалу начала охладевать любовь. Часто возникали распри и ссоры. Смотрел на все это святой Афанасий и сильно горевал. Иногда, бывало, пытался назидать братьев. «Зачем вздорите?» – говорил он. «Ведь Христос воскрес, а с воскресшим Христом так радостно!» Но те лишь посмеивались над ним. Однажды на литургии услышал он, как читали евангельскую притчу о богаче и Лазаре. В его чистую душу запали слова: «Если кто из мертвых придет к ним, покаются». Так говорил богач о своих братьях. «Господи!» – взмолился святой Афанасий. «Что нужно, чтобы покаялись мои собратья иноки? Никакие увещевания на них не действуют. Неужели и для нас необходимо чудо воскресения?» И вот чудо произошло. В ту же ночь Господь дал ему ответ. Да еще какой! Не словом, а самим делом. Его добрая душа тихо разлучилась с телом и отошла в мир иной. Наутро игумен заметил, что Афанасия нет на службе. «Что-то на него не похоже», – заволновался он, и послал двух иноков к нему в келью. Те, войдя, увидели святого почившим и объявили об этом братьям. Все повздыхали, да и разошлись восвояси, и за будничной суетой забыли о покойнике. Прошел день, за ним другой, а в третью ночь явился игумену некий грозный муж и сказал: «Человек Божий Афанасий лежит 2 дня непогребенным, а ты не заботишься об этом». Игумен очень испугался и, не сомкнув глаз, едва дождался рассвета. Собрал кого только мог и повел братью в келью почившего. Отворив ее, все застыли от изумления. Святой Афанасий молча сидел на своем одре. По его щекам текли горькие слезы, ведь братья вовсе изгладили его из памяти. И кто знает, если бы не ночное видение игумену, пришел бы вообще кто-нибудь к нему. Но теперь все его обступили, стали расспрашивать, как он ожил и что видел. А святой повторял только одно слово – «спасайтесь». Но они еще настойчивее просили его рассказать обо всем. «Если скажу я вам, – ответил он, – вы не послушаете меня». «Нет, нет, послушаем! – гремело все множество голосов. И тогда воскресший Афанасий дал им добрые советы. «Во всем повинуйтесь игумену, – искренне просил он. — Кайтесь неустанно, молитесь Господу Иисусу Христу, Его Пречистой Матери и преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию, чтобы скончать свою жизнь в этой обители и быть в ней погребенными». После этого сомкнул он уста свои
молча пошел в одну из пещер, заградил в ней двери. И стала та пещера для него затвором. 12 лет нес он этот трудный подвиг, непрестанно молясь и вкушая лишь немного хлеба и воды. О чем же он так горячо просил Бога? О том, чтобы даровал Господь мудрого игумена своей обители, и чтобы все иноки жили в согласии, как братья. Господь услышал молитву своего затворника. Игуменское место занял преподобный Поликарп. Мы вам о нем уже рассказывали. Словно дорогая гостья, в обитель вернулась любовь. И опять засиял в душах монахов свет воскресшего Христа. В этот дивный свет и вошел преподобный Афанасий, скончав свой подвиг на земле. А его святые мощи и по сей день в дорогих всем нам киевских пещерах. Там найдем мы этого дивного молитвенника, вернувшего пасхальную радость в святой обитель. Вот, друзья, какой святой встречает нас посреди зимы. Пусть же его радость не угаснет и в ваших душах, мои дорогие. Я желаю вам всего самого доброго и храни вас Господь.